Итак, следующий раздел – это обсуждение на форуме. Нажимаем на облачко. Мы с вами переходим на вкладку форума, где нам представлены две ссылки. Вы можете нажать на любую из них для того, чтобы ответить на вопрос первой учебной недели, а также на первый вопрос. Нажимаем на ссылку. Мы переходим к вопросу и внимательно с ним знакомимся. Нам необходимо ответить. Ваш ответ должен быть не менее 50 слов. Количество слов можно посчитать в редакторе Microsoft Word. Далее. Ответить. Ссылочка. Нажимаем на нее. И здесь перед нами тоже два текстовых поля. Первое уже заполнено. Второе мы как раз отвечаем на поставленный вопрос. Как только вы готовы ответить, сюда записывайте ваш ответ. Далее нажимаем кнопку «Отправить форум». И наше сообщение успешно добавлено. Нажимаем «Редактировать». Если мы видим, что мы допустили какие-то ошибки или это недостаточно слов, мы исправляем. Ответ пересохраняем. Нажимаем кнопку «Сохранить». Наш ответ был изменен и успешно внесен и опубликован на форуме. Все, наше сообщение добавлено. Основной вопрос. И вот мы на него ответили. Далее мы с вами переходим на главную страницу.